Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Уша. Мы сегодня поиграем в игру под названием БДС. Честно говоря, это продолжение. Так, а давай, да, сыграем с тобой опять в эту игру, которую мы не можем выиграть. Или тут, возможно тут вообще выиграть, или невозможно тут выиграть. Как тут это происходит? Так, ну у меня... Так. Так, давай за патронами пойдем. Не, давай вначале вот его. Можно я его туда выстрелю? Блин. А, получается, я еще не могу добить. Так, окей, патроны. Блин, всего два патрона. Фак. А это что за говно? Что это за говнище? Я смогу его убить или нет? В смысле, у меня же там еще единичка осталась или нет? Или у него типа осталась единичка? Блин, ну короче, никак не получается выиграть у этого чувака, значит, давай показывай, что у тебя есть. Лекарство. Черная магия. Можете использовать одну магию дважды за количество x2. Увеличение урона у рывка. Увеличивает время щита. Это что у нас? Воскреснуть могу. Так, а по оружию что мы можем сделать? Так, стрелок. Револьвер пока не надо. Дыра-дыра-дыра-дыра-дыра-дыра-дыра. Или так сделать, или как сделать? Блин, я не понимаю. Пока непонятно, да? Слушай, давай я возьму, наверное, дырокольчика и стрелка. У меня 10 тысяч, и в скором времени у него возьмем еще. А, ну да, бутылку я больше не могу взять, потому что у меня... Что-то я, походу, А чё ты бабки-то не взял, алё? Ты дурак? Чё ты бабки-то не схватил? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Бабосы, блин, не забирают. Посмотри на этого засранца, а? Этого хвостатого. Хвостатая пьяница, а? Не может забрать нормально бутылочку. Ну что за дела? Так, ведьм надо гасить. Ведьмы, короче, плохие. Так. Блин, 13 патронов мало. Но у меня есть базука еще. А у меня... Все, да? Базука это последнее оружие. Ну, блин, да, уже неудобно на петюлик-то нажимать. Так, а мы налево еще не сходили. Подожди, почему сохранение? Подожди, мы туда же еще не сходили. Пойдем туда посмотрим. Может, там веселюха. Веселюха есть. Бабок, может, соберем. И у этого мужика потом купим какие-нибудь приколюхи. Не? А, или тут без разницы, типа как? Ну ладно. А, блин, ведьмы. Все, всех убил? Блин, а что-то слышишь? А они съедают, типа, мою эту, да, получается? Писюки эти. Вот скоты. Да, ведьмы, короче, плохие ведьмы. Ведьмы везде плохие, я так понимаю, да? Так, опять сохранение. Слушай, может быть, потому можно тоже было пройти, или... Никаких у-у-у, никаких у-у-у, я сказал! Yeah.
твою налево, забыл забрать это. Да, блин, на автомат очень мало патриков, короче. Хорошо. Тем больше ничего не забираем. Так, там я вижу бутылку. Давай бутылку возьмем, съедим, во-первых, да? Возьмем одну бутылку. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, значит, у нас этот рейв появился, точнее, рейдж. Правильно я называю или неправильно? Ну, вроде правильно, а может и неправильно. Да, ну здесь давай зачистим тогда. Патрончики пока есть? Ну, погнали. Опа, уровень, так, молочко. А, нужно за два уже, понял. Тихо, бабки пойдем заберем! Фак, фак! Не успеваю бабки забрать. Это плохо. Так, по хп все нормально, по патронам плохо. Но в целом ладно. Так, о, патроны. Шотца, где? А, здорово! А, тетки! Привет, тети! Воу-воу-воу-воу-воу! А че у вас так много-то, алло? И этот еще, блин. Сила переполняет меня! Тихо! Револьвер возьми! Блин, этот мелкий, слышь, этот мелкий, смотри, сколько у меня отнял хпшки, упырь. На халяву и уксус воды. Уля-ля, давай. Ай. Ну, я же попал. Да, это, слышь, это скотина снайперская, она, короче, нормально отнимает хпшки мне. Вот упырь. И патронов нету. Так, ну ладно, давай с дробашом тогда побегаем. О, хорош. Да блин. Что-то я не попадаю ни хрена. Так, у меня две бутылочки осталось. Что с патронами? А, патронов-то и нету, все. С револьвером бегаем, только получается, да? Так, подожди, давай здесь проверим. Может быть, здесь есть бутылочку? О, патрончики есть. Это... Все открылось, да? Ах ты, фак, не успел. Блин, три патрона всего, да, осталось в автомате усе. Ну ладно. О, патроны, отлично. Сохранение пошло. Так, давай сломаем эту. Подняли стаканы, сучечки. Да, сучечки, поднимите стаканы. А, я в другую сторону убегаю. Или в ту же, или нет. Да? А, или подожди, что-то туплю. Я правильно бегу или нет? Блин, запутались своими лабиринтами. Не, я здесь уже был. А, или что там такое? Не, значит не был. Или был. Нет, или был. А, или типа... Ай, забей, под... Да, ё-моё. А это типа мощный чувак? Слышь, а чё ты такой здоровый? Ёптель, а чё он такой здоровый-то, алё? Ёптель! Эф, эф! Блин! Как там остался жив-то, блин, упырь?
Слушай, ну нормально тут тогда под это. Пока денег... Ой, денег. Денег мало собрали, но пока бутылки все нормально, тут все... Что такое? Что-то закрылось опять? Кто-то появляется? Или нет? Что это за звук такой? Что это такое? Шотца. Слушай, ну этот... Этот был мощный какой-то дядька, да? А, может быть, нужно было ведьм зафигачить, и все было бы нормально, да? Что-то я вот про этот тупанул немного. Не могу пройти? А, могу. Неродомансер? Гуля-ля. Мы только на второй главе, ребята. Это, ну, да, что-то как-то мы... Медлява. Это что мы такое подобрали? Здорово, брателла. О, давай в БДСМ, короче, да, порубимся. Так. Может быть, что-нибудь дофигачим. У него единица, это мало. Патрона. Если я вот сюда и вот так двоих убью. Да, хорош. Синяя это типа защита. А бутылка это типа вот это? Или что это? Я что-то не очень... Да, о, патроны. Слушай, ну сейчас уже нормально, да? Так, бабосы. Патроны. Патроны. Ходы. А, ходы красные, на... только максимум десятку я могу взять, понял? Защита, нах. Патроны, отлично. Патроны. Что ты сделал? Ты дурак? А почему? А, на него нельзя выстрелить. Да, вот я тупорылый, конечно. Я тупорылый этот, как его... Да? Так, ладно, давай показывай. Что у тебя тут есть? Перки. Я за пятнашку могу что-нибудь взять? За пятнашку, по-моему, ничего не могу взять. Да, да, за пятнашку ничего не могу взять. Дракола могу за ракет, ёпти. Ракет. А, заряд дополнительной базуки. Ну, только его и возьму тогда, окей. А что, у меня больше нету... Это что такое? Это патроны, типа, да? Ну, хорошо. Ну, да. Шалом! Шаломчики! Сава, что ты можешь вытащить эту штуку у меня из черепа? Ты убил моего чемпиона, идиот! Ты же некромант, доживи его и все. Ах, да, точно, ты прав, но тебя все равно... Я тебя все равно убью, а то иначе я как-то глупо себя почувствовал, когда не сразу понял, что могу просто оживить своего чемпиона. Но если ты каким-то образом меня одолеешь, что, кстати, невозможно, тогда я выполню свою часть сделки и уберу этот кристалл. Хватит уже болтать, залдрот, в бой! Это кто сказал? А, спасти ее нужно. А он просто вонючка, типа, и все? Или нет? Воу-воу-воу, нихера себе, а чем это пуляется? Я его не вижу, где он? А, ловушки, понял. Патроны. Мне пригодится. Ептель. Ох ты собака. У него какие-то стрелы, замедляющие меня. Опа, бутыль. И бутыль обратно. Какой сегодня охрененный день. Я не попадаю? Тупости сырок. Тихо! Этому видела, сейчас чуть не попал в этот, так. На, нее на кого на нее? Что нужно сделать?
Что же, стреляй по алтарям, чтобы восстановить счетчик. Ёптель! Вы серьезно? А как так-то? А патрон-то дашь? Стреляй по алтарям. Он жить не может без этого барахла. Да, патронов не дает. Опа! Постреляю! А типа три раза еще нужно будет? Стреляй по алтарям! Он жить не может без этого барахла. Все? Да вы затрахали эти ведьмы, блин, реально, они вот ведьмы с собаки злые, блин. Чё такие злые? Чё ты там горишь? Ёптель! Я же могу сделать вот так, ёптель, я туплю. Лунная призма, дай мне силу. Спаси меня, согласно на анал. Согласно на анал, говорит. А типа, когда он в защите, нельзя было, да, вот так вот делать? Тут же некоторые были, что можно их фигачить. Я так подозреваю, еще сейчас будет один, типа, да, этот? Угу. Так, мне до рейджа нужно, короче, добраться. До рейджа нужно добраться. Тихо. Только у меня патронов два. О, жирный, бей, разбежался-то там. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, брателло, ты шо? Так, рейдж-то рейджем, но у меня сейчас будет, сейчас мы, короче, сделаем красиво. Давай, до свидули, блин. До свидули, я сказал. Так, отлично. Что мне можно улучшить? Жизнь, ярость или... Жизнь, ярость, молоко. Или патроны. Патрон давай возьмем. Да, окей.
Так, деньги, быстро! Так, этого всего есть. Надо спасти теперь мадам. Мадам, здрасте. Ну, может, этот камушек не так уж и плох. Мне, кстати, кажется таким сексуальным. Хе, ну привет. Я Мисти, этот камушек мне даже очень нравится. Он такой большой и твердый. Вызвали меня отсюда, и я покажу тебе, насколько... О, от тебя разит серый, и ты жуешь табак. Верно, детка. Кажется, за нами пришли. Бежим. Встретимся завтра вечером в Медном Быке. Многие называют это восстание самым жестоким за всю историю ада. Из наших источников стало известно, что предводителем восстания является какой-то сбрендивший пьянчуга по совместительству истинный и единственный владыка ада Люцифер, которого также называют Лу. Этот озабоченный мудак вооружен и очень опасен, а также склонен как к алкоголизму, так и садизму. Им был уничтожен крупнейший ресторан быстрого питания Биг Бан и убит мэр Ада Хуана, многоуважаемый Эль Хэта. Ну, чувачка, немножко в попку, ну и чё такого-то? Чё сразу началось-то? Ну что, опять побежишь? Я еще пива не допил. Слушай, это был портал на одного. Ну знаешь, как бывает, когда там два парня зажимаются. Все соприкасается, всякое может случиться. Смотрю, ты и здесь выкрутился. Кстати, ты решил оставить этот камушек себе? Погоди, помолчи-ка пока. Привет, детка, рад тебя видеть. О, это ты. Это ты спас меня. Именно. Хочешь меня отблагодарить? Знаешь, в чем разница между мной и комаром? Комар перестает сосать, когда ты его шля. Кажется, у нас гости. Так, что за бред? А что началось сразу, алё? Нет. Откуда? Где? Здорово, пацаны. Вы чё? А вы мне вдвоем не будете помогать, да? Я типа тут как просто... Ой, это куда гид? Ёптель, они меня будут трахать носом? Ой, в смысле, ротом? Что за прикол? Ах ты собака, тварь! Нет! Да... Да не, вы чё, алё? Да свали ты, ёп! Мне рейв срочно нужен. Есть. Ну давай! Давай, кто кого? Кто кого быстрее напорит? А? Да. Тихо. Блеванул немножко. Ой, а нет, все нормально. Сорян, бро. Черный властелин отсунул за нее большую котлету. Он будет тебя ждать. Спасибо. Вот, бля. Глава 3. Мрачный город 1. Мы будем спасать, значит, эту мадам, которая как комар, но не как комар. Ну, вы поняли, о чем я, да? Ребят, ну, наверное, на этом остановимся, остановим эту серию. Дальше посмотрим, что будет дальше. Да, логика. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимы. Всем счастливо, всем покедосики!